Так все и началось. Очнулся, неизвестно где, ничегошеньки не помню. Единственная зацепка в кепке, имя Гарри и этот адрес. В общем, я пришел по адресу и нашел тут тебя. С боевым степлером. Замолчи! Галлюцинация! Сам такой. То есть ты говорящий Пикачу, который потерял память и сидит на кофеине? Я могу бросить. В любой момент. Просто не хочу. Налей еще. Крепкий, черный как смоль. Спасибо, Цып. Ну, не знаю. Может, Гарри серьезно влип. Связался с плохими парнями, все такое. Слушай, ты можешь говорить с людьми, а я с покемонами. Если хочешь найти отца, мы нужны друг другу. Мне не нужен покемон. А первоклассный детектив. А, мои зацепки! Это еще что? Гарри все еще жив. Дело закрыто. Но все еще открыто, пока не раскрыто. Так, слушай сюда. Гарри инсценировал свою смерть. Или кто-то инсценировал смерть Гарри. Или Гарри инсценировал еще чью-то смерть. Третий вариант – полный бред. Бред. Раз однажды я навалял этому громиле, то наваляю еще. Приятель, ты что делаешь? Не могу, когда смотрят. Вытащи меня отсюда! Пика, пика! Вот это поворот, поворотище. Догони его! Он еле ползет. Не говори ему об этом. О, у него мотик. Тормозни его. Стой. О, нет. Жесткая посадка. Надо было шлем надеть.